Всем доброе утро. Илюша кушает рассольник. Да. Помаши всем ручкой. Привет. Привет, привет, скажи. Кушай, кушай. Я утром люблю кофе. Без ничего. Просто кофе, да? Давай, мама, покормим. Как так? Ты ж не любишь, когда тебя кормят. А сейчас хочешь, чтобы за тобой поухаживали. Да? На, печенька будешь? Ам-ам. Будем? На. На печенье. А пить дать? Нет. Давай, Илюше, дам попить. Нет. Ты пить хочешь? Нет. Скажи, дай-дай-дай. Дай-дай-дай-дай пить, да? Дай-дай пить. Вот так мы пить хотели, да? Хотели пить. Вкусно? Да. Да. Еще такой вопрос. Может быть, кто-то отмечал ребенка день рождения. Мальчику на 5 лет. Как можно украсить квартиру? И что приготовить на стол? Что-то необычное, недорогое. Ну что, кушают детки. Нам 7 ноября Артемчику будет 5 лет. Первый юбилей. Мне хочется, чтобы оно запомнилось. Жду ваших советов. Может, кто-то отмечал или видел, у кого-то были на празднике. Как это, что это? Какие есть идеи, что можете посоветовать? Ну, вылазь, иди ко мне. Ой, ой. Всё. Ну, чего ты? Испортилась погода. Ветер сильный. Из-за этого он, может, и капризничает. Еще и дубки лезут. Что ты там хочешь? Ладно, будем заканчивать. Он плачет. Всем спасибо за советы, кто напишет. Как нам братику сделать красивый день рождения, да, Илюш? Да, чтоб Артемчику понравилось, чтоб это было неожиданно, чтоб это был настоящий сюрприз. Да, Илюшка? Да. Да, мой зайчик. Ты мой хороший. Где Вава у Илюши? Что у Илюши болит? Зубки, вот там болят зубки. Ты мой хороший. Ох, эти зубки. Когда же они вылезут? Да. Когда вылезут наши зубы все? У нас зубы очень поздно полезли, в год и два. И вот это сейчас потихоньку все вылазят. Очень тяжело. Уже и мажем десны, и таблетки даем. И оно нам вообще никак не помогает. Да, Илюнька? Все, всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И всем пока. Да, Маши, пока-пока-пока. Не хочу, скажи.